Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал «Деревенский дневник очень многодетной мамы» и канал «Мать-героиня». Напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется «Галинка Малинка 2 обзоры». Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях. Ну а вы, конечно же, не забывайте переходить и подписываться, там тоже масса всего интересного. Ну что ж, мои хорошие, мы с вами будем обозревать, конечно же, Лёльку, куда, как говорится, без нее. Хочу вам всем сказать спасибо, всем тем, кто писал мне приятности, приятные хорошие комментарии по поводу выздоровления и так далее. Ребят, огромное спасибо. Вы знаете, так приятно читать вот эти хорошие комменты, да-да, потому что много говна бывает на обзорных каналах. Уж простите, говорю как есть, потому что хейтеров тоже полным-полно. Но, ребята, мы с вами возвращаемся к Лёльке. Что хочу сказать? Вы знаете, когда я села смотреть ее последний стрим, друзья мои, на канале, ну, естественно, «Деревенский дневник» очень-преочень многодетной, перемногодетной матери, я подумала, что Лёлька, наверное, сошла с ума. В общем, мы-то с вами думали, что это, знаете, туровская попрошайка, это поберушка, это Лёлька золотая ручка, это, знаете, и Панько из сказки «Морозко», да, сказала немножко по-другому, специально, так скажем. Ну, а Лёлька, ребята, вы знаете, а Лёлька просто с такой короной на башке возомнила себя, ребят, самой настоящей мессией, да, а также кризисным центром, центром доверия, ну, такая, знаете, женщина-помогайка, которая пытается якобы всем помочь. Она говорит, да, я пытаюсь помочь всем, моя миссия помогать и спасать женщин и детей. Ребят, когда я это услышала, вы знаете, первой мыслью, которая пришла мне в голову, что как раз-таки, Лёль, тебе надо не спасать чужих людей и чужих детей, тебе надо в первую очередь заняться своими родными детьми, которые у тебя есть. Потом, вы знаете, вот когда Лёлька кричала о том, опять вспоминая, вот опять, но ей не о чем больше говорить, и она начинает вспоминать дела давно минувших дней, вспоминает их совместную жизнь, жени Б, говорит, вот, это вы не знаете, почему мы с ним расстались, а Женя Б прекрасно это знает. У нас, говорит, был с ним разговор по душам, и он точно знает, по какой причине мы расстались. Ну, опять же, ребят, я прекрасно понимаю, что, вы знаете, вот эта вот причина, по которой они, так скажем, разошлись краями с Женей Б, но ведь эту причину толком Лёлька не может назвать. Да, у нас с вами давным-давно есть некие предположения по этому поводу, почему они разошлись, как они разошлись, что послужило причиной их, так скажем, развода. Но в любом случае, то, что Лёлька повязана с Женей Б, это 100%. Иначе она бы давным-давно бы уже его сдала с потрохами и вывалила всю вот эту вот причину, которая была по какой, так скажем, причине, да, они с ним разошлись. Так вот, когда вот эта вот мессия туровская поберушница, когда она начала рассказывать о том, что, знаете, она спасает женщин и детей, и когда она сказала о том, что она развелась и разошлась с Женей Б, дабы спасти своих детей, мне стало опять же, ребят, смешно. Вы знаете, помимо того, что эта женщина вообще не вспоминает о своих детях, за исключением тех моментов, когда ей нужно бравировать вот этим количеством своих детей, что здесь хочется сказать, что вот она якобы разошлась с Женей Б для того, чтобы спасти детей. Глядя на нее, глядя на ее поведение, особенно вот за последние вот эти полтора года, пока она живет без Жени Б, мне кажется, что здесь спасать нужно уже детей от Лёльки. И вот действительно окружающих людей от какой-то неадекватной вот этой вот многодетной матери, которая каждый раз себя ведет все более и более неадекватно. Да, именно так. Конечно, я прекрасно понимаю, что Лёлькины защитницы прибегут и скажут, вот, не трогай вот эту многодетную мать, у нее там 10 детей, вот ты попробуй, роди и так далее. Я много раз говорила, еще раз повторюсь, что количество детей абсолютно не имеет никакого значения в данном случае.
случае. Вот в данном случае количество, к сожалению, не переросло ни в какое качество, потому что детям дать они ничего так и не смогли, до сих пор по сей день не дают, это раз. Ну и здесь, конечно же, огромная вина в первую очередь Лёльке, как матери, по той простой причине, даже хотя бы, что вы знаете, вот родить десятерых она родила, но материнского инстинкта у нее так он и не проснулся, этот инстинкт. Поэтому то, что она родила, ну да, родила как крольчиха, все. А дети ей по большому счету особо не нужны, что она в принципе и демонстрирует. В общем, ребят, в телеге пару дней тому назад, вчера в своем обзоре я вам об этом рассказывала, Лёлька оббегала якобы буквально все медицинские центры, а также почти все поликлиники Тамбова, да, рассказывая, что вот где-то там нашла каких-то врачей она не нашла, но, друзья мои, вы знаете, вот не получилось у нее попасть к каким-то там специалистам, к которым она хотела попасть, но вот она точно попала в очередной раз в нужное время в салон красоты, да, поскольку на стрим, вот на свой последний стрим, она уже вышла с обновленной стрижкой, ну и со свежевыкрашенной головой. Лёлька, вы знаете, вот такая молодец, ну кто-то скажет, вот что тебе до этого, ну нет, я как бы неплохо к этому отношусь, очень даже хорошо, я считаю, что женщины должны следить и девушки за собой обязательно, я сама хожу в салон красоты, это абсолютно нормальное явление. Правда, это делаю на свои деньги, вы знаете, я не могу себе представить, чтобы я вот так вот потом, выйдя и оставив в салоне красоты несколько тысяч рублей, да, вышла на стрим, села и сказала бы, ребятки, ну-ка, а теперь-ка давайте-ка донатьте мне вот надо срочно выплачивать автокредит, а желательно его вообще закрыть, знаете, пятилетку там, так скажем, да, ну, у Лёльки в данном случае получилось семилетка, год уже прошел от автокредита, но в любом случае я понять не могу, как вы можете, так скажем, демонстрировать зрителям, как вы живете на вполне себе достаточно широкую ногу, и при всем при этом потом садиться вечером на стрим и клянчить деньги с людей. И при этом считать, что это нормально. По мне, это на самом деле, знаете, ну, это вот действительно поберухи-попрошайки, по-другому я их не назову. Так вот, Лёлька такие, друзья мои, съездила в салон красоты, привела себя в порядок, и уже после салона, да, на стриме она сидела, у нее хорошо была уложена голова, все у нее было в порядке, волосинка к волосинке. Так у Лёльки бывает только раз в месяц, раз в три недели, когда она как раз-таки выходит после салона красоты. Потом на башке у нее просто полная абракадабра, непонятно что, как говорится, я упала с самосвала, тормозила головой. Да, кстати, лицо у Лёльки на стриме было заспанное, то есть я так понимаю, вот эта многодетная мать, вот эта великотруженица, великофермерица, вот эта вот хозяйственница, да, самая вот эта вот бедная несчастная женщина, она приехала из города, ребят, после салона красоты и завалилась дрыхнуть. Потом, видимо, ее еле-еле семейство растолкало со словами: «Маман, вставай, тебе пора идти на заработки», и Лёлька двинулась в путь опять, как говорится, высасывать денежки по полной программе из своего вот этого электората. Да. Кстати, название стрима меня просто умиляет. «Вернусь к бывшему». Ребят, ну вы уже поняли, Лёлькины две вот эти вот извечные, да, неизменные темы, это очередная беременность, блин, я беременна, это временно, это как раз-таки про Лёльку и ее, конечно же, вот эти вот бывшие мужья. Это вот Лёлькины избитые темы, но она на этих темах будет сидеть вечно. Я вот даже могу себе представить, Лёльке лет так 70, а то и 80, она сидит и опять: «Женя Б, Женя Б, Женя Б, Женя Б, я беременна», ребят, мне уже даже смешно, вот честно. Лёлька постоянно пытается выехать, особенно за счет темы, связанной с Женей Б. Она прекрасно понимает, что эта тема, конечно же, интересна всем женщинам, интересна зрителям, а что там у них, а как и так далее. Но, ребят, когда ей поступил комментарий, предложение выйти вновь за Женьку Б, дабы точно ей дали 1 000 000 рублей, Лёлечка тут же начала фыркать. «Лёль, а чего так?
Мне вот просто интересно, что ты фыркаешь? В таком случае, зачем ты постоянно намекаешь на некие отношения твои с бывшим мужем, да? И вот еще, друзья мои, знаете, мне интересен вот такой момент. Когда-то, много месяцев тому назад, когда Лёлька уже, ну, тогда она вовсю показывала, демонстрировала, Шурик сидел с ней на стримах, а как-то вот наступил тот момент, и она спросила: «Саша, ну тебе же, наверное, неприятно, что вот все-таки я вот вспоминаю своего бывшего», ну и Шурик тут сказал: «Да, мне действительно это неприятно» и так далее. Так вот, мне интересно, неужели Шурику сейчас приятно, что Лёлька постоянно вспоминает и через ролик упоминает своего бывшего, и название ее практически все связано с ее бывшим мужем? Неужели ему это приятно? Хотя я прекрасно понимаю, что по большому счету, знаете, наверное, Шурику вообще абсолютно все равно. Вот лишь бы его только никто не трогал, лишь бы никто его только никуда не выгонял, ни на какие вахты его никто не отправлял, как говорится, светло, тепло и мухи не кусают. Хотя нет, друзья мои, мы-то с вами знаем, мух там полным-полно, даже дохлые мухи валяются у Лёльки месяцами на подоконнике, и никто их не убирает. Да, представляете, постоянно какие-то там помощницы трутся, Светочка приезжает, Лёлька в доме, Шурик в доме, детей полон дом, ну, с подоконника мух никто убрать не может. Не царское, как говорится, это дело. Далее вообще прикол, Лёльке сделали комплимент по поводу ее обновленной стрижки, она призналась, говорит: «Ой, вы знаете, я, говорит, готова была подстричься практически под ноль, да, обрить себя, оболванить себя, так как, говорит, я все равно хожу в косынке. Но, говорит, чего, говорит, могу себе позволить обрить себя налысо, поскольку, говорит, череп у меня красивый». Ребят, вы знаете, я когда себе представила вот этот вот качан без волос с ушами, да, вот качан с ушами без волос, мне стало вот и смешно, и страшно. Вот не дай бог, Шурик ее лысую встретит ночью в доме, то он точно там скопытится где-нибудь под лестницей. Ребят, я просто представила себе вот эту вот картину. Лёлька бредет, Шурик ее встречает, и от ужаса, от страха, знаете, красота, как говорится, страшная сила в данном случае, да? И вот он как раз-таки копытится, и все, как говорится, на этом кино заканчивается. Далее Лёлька в шоке. Лёлька в шоке от того, что некоторые люди ей пишут комментарии, друзья мои, и они, вы знаете, не поддерживают ее образ жизни. Даже, кстати, намекает практически, что этот комментарий, который она там зачитала, длинный по поводу ее образа жизни, она намекала на то, я поняла, что она намекает на то, что, возможно, этот комментарий был написан Женечкой Б. Как знать, я не знаю на самом деле, кем был написан этот комментарий, если честно, мне вообще по барабану, для меня это не имеет значение, да? Да, так вот, друзья мои, но с другой стороны, вы понимаете, Лёльке не нравится, почему это некоторые люди тыкают ее носом, да, в то, что она разрушает семейные ценности, в то, что она демонстрирует не то, что нужно своим детям, а также зрителям на YouTube-канале. А мне хочется Лёле сказать: «Лёль, а чё ты возмущаешься? Ты где-то год тому назад говорила о том, что жизнь вне брака, да, то есть если вы живете вместе вне брака, это самое настоящее блядство». Это были Лёлькины слова. Ну, а сейчас она сказала так, что мне абсолютно все равно, что вы говорите. Для меня это вообще не имеет никакого значения. Мол, типа, как хочу, так и живу. Ребят, прошу прощения. Вот, не могу говорить, кашляю все равно. Так вот, сейчас она говорит о том, что да, то есть те вещи, которые она раньше называла блядством, сейчас она говорит: «Мне абсолютно все равно, что вы об этом думаете, я, говорит, живу так, как хочу». Кстати, Лёлька призналась, что если ее зрители закроют ей ее вот этот вот автокредит, то она будет носить своих зрителей на руках. Ну, я, конечно, здесь очень сильно сомневаюсь, уверена, что где-то, возможно, на пару-тройку дней Лёлька и замолчит, уйдет, так скажем, в подпол, и будет где-нибудь в сауне отмечать все это дело, ну или улетит куда-нибудь с Шуриком, да,
в какие-нибудь дальние дали, потом явится через несколько дней и начнет доить своих зрителей за опять, конечно же, она к этому, как говорится, привыкла, друзья мои. Ну, что еще хочется сказать? В общем, все снова здорово, все одно и то же. Был интересный момент, когда Лёля озвучила вот этот момент. Мне опять же стало смешно. Она сказала, да, что, возможно, я когда-нибудь прощу Жени Б. И даже буду любить его какой-то особенной любовью. Ребят, ну, по мне, так она до сих пор любит Женьку Б какой-то особенной любовью, потому что она без конца о нем вспоминает. Вот про Шурика. На Шурика у нее нет такой реакции, как на Женю Б. Я уже об этом говорила и даже как-то делала отдельно такой ролик. Я уверена, что Женя Б как мужчина волнует ее до сих пор намного больше, нежели ее волнует Шурик. Шурик ее вообще не волнует, потому что сразу видно и заметно, что этого мужчину она даже не уважает. Понимаете, когда мужчину уважаешь, ты не позволишь себе многих высказываний в его адрес и так далее. Но что касается, что когда-нибудь она простит Женю Б, я очень сильно сомневаюсь, потому что первого мужа она до сих пор простить не может. Друзья мои, прошу прощения, закругляюсь, всю кашляю. Всех целую, всем пока.